На турнир по шахматам собрались не только воспитанники секции детско-юношеской спортивной школы. Сюда были приглашены и юноши-разрядники. Перед началом игры инструктаж. Повторение правил и значений каждой из фигур проводится больше для гостей, чем для игроков. Это ферзь. Он ходит по диагонали, горизонтали и вертикали. Это ладья. Она ходит только по горизонтали и вертикали. Это конь. Он ходит буквой «Г». В личном первенстве соревнуются около 30 человек. Каждый из участников может либо получить, либо повысить, либо подтвердить свой спортивный разряд. Как отмечает руководитель клуба, искитимские шахматисты с каждым туром проявляют себя все лучше. По области судить достаточно высоко. Ну, конечно, до Бердска у нас они лидеры. Далековато еще до них, но вообще хорошо. Андрей Егошин занимался шахматами более года. Эти соревнования для юноши не первые, поэтому он выбрал свою тактику игры. Поставить мат, захватить центр. Там самый яркий бой идет. По результатам пятидневной игры определились лучшие шахматисты. Первое место занял Владислав Дмитриенко, на втором – Андрей Чекусов и третье – у Михаила Мешкова.